Всем привет! Вы на канале «Прошу к столу». Сегодня я для вас подготовила 3 совершенно простых и безумно вкусных рецепта для завтрака. Точное описание рецепта вы найдете внизу под видео. Первый рецепт – это омлет-каприз с моцареллой. 1 столовой ложки растительного масла будет достаточно. Разрезаю помидоры черри пополам и обжариваю. Добавляю немного чеснока. Пока помидорки обжариваются, готовлю яичную смесь. К яйцам добавляю соль, перец и немного молока. Яичную смесь выливаю к помидоркам и перемешиваю. Жарю омлет на среднем огне. Нарезаю мелко свежий базилик и уже включила вторую сковороду, чтобы разогреть лаваш. В омлет добавляю моцареллу и базилик. Из теплого лаваша складываю конвертик. Готовый омлет выкладываю в лаваш. Всего 5 минут, и ваш безумно вкусный завтрак готов. Теперь приготовим омлет фермерский. Сладкий перец нарезаю кубиком и обжариваю. Копченый бекон тоже нарезаю маленькими кусочками и буду обжаривать вместе с перцем. Пока перец с беконом обжаривается, время не теряю. К яйцам добавляю соль, перец, молоко и все взбиваю. На мелкой терке натираю кусочек сыра. К бекону добавляю яичную смесь и перемешиваю. Конечно же, уже включила вторую конфорку и разогреваю лаваш. К омлету добавляю свежие листья шпината. Хорошо перемешиваю и сразу же добавляю тертый сыр. Теплый лаваш складываю в конвертик. Омлет перекладываю в конвертик. Всего 5 минут, и фермерский омлет у вас на столе. И третий вариант – омлет с грибами. Растительного масла достаточно пару столовых ложек. Репчатый лук мелко нарезаю и обжариваю. Шампиньоны тоже нарежу маленькими кубиками и добавлю к луку на обжарку. Время не теряю, быстренько взбиваю яйца с молоком, солью и перцем. А еще для аромата добавлю прованские травы. Лук с грибами готовы, заливаю яичной смесью и перемешиваю. Включаю вторую конфорку, чтобы разогреть лаваш. Мелко нарезаю укроп и добавляю в омлет. Из теплого лаваша делаю конвертик, а к омлету добавляю свежую рукколу. Отправляем всю эту красоту в теплый лаваш. Всего 5 минут и омлет с грибами на вашем столе. Друзья, 3 великолепных варианта омлета из простых и полезных продуктов. Всего за 5 минут вкусный омлет может приготовить любой из вас. Делитесь нашими видеорецептами со своими друзьями. Спасибо, что смотрели нас. Прошу к столу и приятного вам аппетита!